Итак, друзья, в настоящем видео мы рассмотрим меню мультиметра DT898. Итак, вызов мультиметра выполняется кнопкой от джойстика, нажатием. Что я делаю, да? Первый пункт – это палитра. Естественно, мы можем палитру менять 3 цветных и 2 серых. Вот, видите? 3 и 2 серых. Далее. Вернем палитру, как было, правда? Далее. Единицы измерения. Соответственно, можно поставить кельвина, фаренгейты. Ну, естественно, нам приятно работать в цельсиях, да? Так. Измерения. Здесь можем включить, либо выключить автоматический маркер максимальных температур, либо минимальных. Так, оставим их включенным. Назад. Да, как видите, здесь пиктограммы присутствуют для каждого пункта меню, поэтому понять, что там, достаточно легко. Следующий пункт 0.95 – это коэффициент излучательной способности объектов. Также мы можем его изменять шагом 1 сотая. По умолчанию это было 0.95. Язык. С языком здесь просто, выбор небольшой, поэтому мы оставляем, конечно, английский, как есть. Так, сетап. Ну, здесь настройки, звуковая сигнализация, нажатие кнопок, key sound, да, и яркость дисплея. Можно уменьшить, вот, до 100 увеличить, да. И автоповеров. Давайте посмотрим, какие тут. Можно его отключить. 60 минут, 30, 15. Ну, можно минимально 15 минут поставить. Так. Следующий пункт – это задание времени и даты. Все просто. Год, месяц, день, часы, минуты и формат представления времени. Так. Назад. Информацию, ну, в данном случае информацию о версии аппаратного и программного обеспечения. Назад. И последнее меню — это Factory Set, возврат к заводским установкам. Если это необходимо, то вы подтверждаете свои действия. Возврат к заводским установкам. Вот что сейчас я и сделал.